Во Всероссийском детском центре «Смена» активно проходит День экологии. А какие добрые дела совершили наши добровольцы, сейчас мы и узнаем. Сегодня мы обклеивали урны и расставляли их по этажам «Лидер смены». Мы убрали территорию лагеря. Посадили много деревьев. Только эко, только победа! Посвящение в экологи, получение экипировки и следом полезные дела. Юные добровольцы смены в День экологии сотворили немало добрых дел. Мальчишки и девчонки убрали всю территорию смены на акции «Экологический патруль». Я считаю, что такие обязательно нужны мероприятия, потому что наша экология сейчас находится в немного убытке. У нас большая проблема с этим, и такие мероприятия обязательно нужны. Бумага, пластик, органика – все должно быть на своих местах. Эко-добровольцы подготовили и установили на территории смены урны для раздельного сбора мусора. На самом деле это очень круто, когда проводят такие мероприятия, когда развивают молодежь в сфере экологии, потому что это очень важно для нашей планеты. Если мы будем об этом задумываться, то у нас все будет хорошо, а если мы будем наоборот это все забывать, то, естественно, нас ждет непоправимое, скажем так. На этом добрые дела не закончились. На зеленой акции юные добровольцы посадили можжевельник. Ну, за последнее время в нашей стране увеличилось количество деревьев благодаря молодежи, потому что ежегодно проходят разные акции, на которых высаживают такие замечательные можжевельники. Люди должны знать, что наша природа – это наша мать, она нас оберегает, она нам дает все, поэтому ее нужно оберегать.